26 мая 2017. Одесса, Вільна і Незалежна. Встречаем. Шоколадно-кондитерского гаранта. В гости. На открытие Потемкинской лестницы из Стамбульского парка. Так, что же нам приготовили городские власти хозяевам города и гостям города героя? Сейчас посмотрим. Сейчас мы все увидим. Мы будем в самом разгаре торжества. Вот он, оперный театр. Ой, а что это такое? Это что такое? Я отказываюсь верить глазам своим. Это у нас что? Так, гетто или концлагерь? Так. Да, внушительно. Вот так вот отгораживают гости от хозяев города. Так, колючки хоть там не видно. Так, а где вышка с пулеметами? Вышки не видать. Так, да ну, не может быть. Не, это, наверное, виртуальная решетка. Это голограмма. Ну, я уверен. Сейчас проверим. Блин! Да сколько же они сюда подключили? Меня 220 било, блядь. Ну, тут явно больше. Фу, дайте пойти в себя, где мой валидол, где мой корвалол. Так, хорошенькая виртуальная реальность, хорошенькая голограмма. Да, нет, второй раз я пробовать ее уже не буду дотрагиваться. Спасибо. Ну что ж, пойдем по периметру. Посмотрим на все это действо. Я так понимаю, это только сливки, цветочки. А вы говорите цветочки. Вот они цветочки, одуванчики. Так. Так, слуги народа. Ух ты! Даже слух народа проверяет. Да как? Вот она демократия. Вот она Европа. Наверное, нам не все рассказали.